платье летний сток, это сток без этикетки, здесь в основном гламур, шейн, кашкаш и промот. Вот первый кашкаш. Платье с поясом, платье с запахом, размеры разные, не обязательно, что в лоте будут только маленькие платья, больших будет, конечно, меньше, потому что основной клиент на эти платья девчонка от 17 до 35 лет. Кашкаш. Платье халат, все платья трендовые. Это гламур. Здесь получается хлопок от гламур. Может быть, он оверсайз, потому что по размеру здесь даже не указан размер, то есть могут носить все. И кроме этого, оно двухслойное, то есть у него подклад хлопковый в том числе, и верх хлопковый. И знаете, какая веревочка, да, с кисточками. Классно. То есть мелочь, она в деталях. Эти платья, они хорошие по качеству и обязательно привлекут внимание клиента. Смотрите, это такая эска от Калиопы, да, Италия. Хлопок, тоже простое платье. Тоже хлопок, смотрите, рукава буфы, воротник квадратный, это очень модно. Сзади замок, размер 40-й. Это костюм, он здесь считается за 1 единицу. Трикотажное платье сложного покроя. Мне кажется, как пляжный вариант или дискотечный, будет очень красиво. Платье с каким красивым рукавом, оно все со сборками, и оно растягивается, это резинка. Платье-халат с запахом, 36 размер. А здесь у него еще защипы такие красивые, то есть смотреться будет красиво. Платье в греческом стиле с плиссе, кашкаш. Туника. Шейн. Гламур. Хлопковое платье на все, но оно тянет. Резинка. Хлопок. Платье-майка, красивая спина с таким кольцом, плиссированное. Платье вечернее, смотрите, какая у него спина. Отличное вообще платье, прям здоровское. Размер 14, это гламур. А теперь сюрприз. Платье Барби, сейчас это тренд, это актуально. Смотрите, у него есть силиконовая здесь вот вставка, и оно, то есть, одевается на голое тело со сборками, а здесь можно что угодно с этим шарфом придумать, хоть бант, хоть шарф, хоть что-то еще, но факт, что, что это платье Барби, тоже тренд. Шейн, милый такой сарафанчик. Тоже классный сарафан, у него регулируемые бретельки, на вешалке смотрится сложно, смотрите, какая у него спина, то есть вот эти бретельки, они регулируются по спине, такой южный пляжный вариант. Кашкаш. Кислотная расцветочка для дискотеки, а сверху кожаная курточка. Кожанка, либо джинсуха. Классно. Смотрите, комбинезон. Здесь у него сборка большого размера с карманами. Платье-майка от Шейн. Это не хлопок. Платье большого размера.
хлопок. Вот это перед, у него здесь пуговки. Немножко сборки на груди. Кое-как хлопковая. Посмотрите на это платье. То есть у него шарф. Посмотрите на ткань. Это вышивка. Но это не хлопок. Это шифон двухслойный. Такое романтическое платье. И здесь тоже это может быть бантом, может быть шарфом. Для летнего какого-то торжества, например, юбилея, либо свадьбы, которые летом обожают отмечать. Вот тоже красивое платье большого размера. Это 3X, оно миди. У него здесь резинка, очень красивая. Джинсовый комбинезон, размер 12. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием. Пока идет жара, успевайте получить и поторговать.